Доброе утро, смотрите, какие у меня глаза офигенные. Это яичница из домашних яичек, просто практически C0. Клёво. Какие-то просто персики. Смотрим, умники и умницы. Да что такое у тебя, сына? Медальку дали за первое место. Афоня в бабушке с дедушкой будет, вернее, у Стёпы. Мы сейчас с Верой пойдем Колю крестить. А, какие-то цветочки. Вот эти мне нравятся, и вот эти вот нежно-голубенькие. Этот мальчик хочет с мамой ехать. Посмотри на меня, мой хороший. Хочет с мамой в церковь ехать, да? Ну, мы Колю повезем причащать и тебя причастим, да? Да? Что такое, Зай? Расстроился? Все, мы покрестили. Ты плохо себя ведешь. Ничего себе. Оказывается, сегодня нам матронушку московскую подарила. Казань тебе. Катюша подарила матронушку московскую. Замечательно, правда, да? Угу. И это поминка, это не чудо. Это обычное, простое, общее, как мы вот на Рождество мы немножко переставляли. Ира, помоги, пожалуйста. Это уже Коля. Ира, я думаю, что Ира поможет нас. Все, Калюню покрестили, ура! Слушай, ну иконы вообще Катюха сделала красивой. Молодец. Так, дети, Афанасий Сергеевич. Зоенька, возьми Афоню за ручку, пожалуйста. Тут у нас такая красивая площадка, такая хорошая. А? А, она уже взрослая? Теперь едем домой. Вот Катя сделала икону. Батюшка ее осветил, Николая. Выложила сама. А, глянь, какая сережка красивая, да? Обалдеть, это Катюха сама. Мы будем кушать борщ, родня нам налила борща, так что сейчас пообедаем, но Григорий не будет. Потому что пока я крестила ребенка, Гришу вырвали два зуба. А ты видела? Видела, я сейчас... А, сами зубы не видела, а Гришу видела, дырочки. Где, Григорий, твои зубы? На какой полке? Где-то наверху. Сейчас я схожу. Антош, все, садись. Так, в общем-то, сейчас рассказываю, что все, крестины прошли отлично, я больше волновалась. Ну, видно, что я не там не одна волновалась. Мы крестили еще, помимо Коли, еще двух девочек. Вот. И один из крестных так разволновался, но я представляю, я тоже волновалась, я переживала, чтобы правильно креститься. И он начал креститься левой рукой. Вот. Ну, батюшка сделал замечание, но все в порядке. У нас батюшка. Он всегда в хорошем настроении. Вот мне отец Василий этим и нравится. Он очень такой позитивный сам как человек. Очень интересно все всегда и в конце службы рассказывает, и в конце крестин просто своими словами дает какие-то напутствия по поводу того, как нужно ругать детей, что в гневе вообще любой человек может натворить такого, чего потом сам себе может не простить. И что нужно сначала подойти, обнять ребенка, поцеловать, а потом сказать ему, что он делает не так. Вот. И отвезли Колю, а тем временем, в общем-то, Гришка с вечера еще стал жаловаться, что у него что-то болит. Ну, вот здесь снизу. И что у него считается зуб. И он проснулся с утра, ну, я не прям вот так показываю, припухла, но немного была припухлая сторона, и я записала сразу же его к стоматологу, сижу, не возил его, и Антоху тоже, потому что у Антохи вот эта недавняя пломба выпала, потому что я даже могу сказать, что там просто неудачный зуб. Там вот если смотреть на зуб, да, вот так вот, то как бы с левой части, то есть правая сторона стоит, стенка зуба, а левой полностью нет. То есть они как бы ползуба пломбой приделывают, но это так достаточно, ну, неудобно, да, ну, не за что держаться, в общем-то, пломбе, поэтому
Это ничья ни вина, ни наша, ни их. Вот. Но зуб еще рано этот вырывать, поэтому его просто бесплатно запломбировали, а Гришке вырвали аж 2 зуба, и опухлость все спадет. Вот. Так что пока меня тут не было, тут происходило тоже. Бедный ребенок мой. Мне 3 укола сделали, он сказал. Ну, ему просто, видимо, 3 места как-то, не знаю, или 3 раза. В общем, я не видела, как это было. Ну, все нормально, сижу, я даже справился с этим, молодец, я его за это люблю. Я люблю, что он не паникует, как я, то есть у меня уже с утра я проснулась в 6:30 и говорю ему, что тебе придется ехать к стоматологу. Мы подождали до 9, с 9 работает Краснодарский медицинский центр, и мне чем именно он нравится, тем, что ты звонишь и говоришь, что вот такая ситуация, примите сейчас. Не просто по записи там, да, а и они принимают, вот, входят в положение, то, что опухла щека, и приняли практически сразу. Вот. Все, все рассказала, дети пошли на рыбалку. Без 2 зубов. Но они уже шатались, они уже должны выпадать, то есть по очереди. Вот. Мы им просто помогли. И я пошла мыть посуду, вот что хотела сказать. У меня сейчас фотосессия калининых пряничков, калининых облачков. Это меренга, в общем, она классная, такая вкусная получилась. И не потрескалась, вот высохла, все как надо. Сейчас вышла, хочу пойти посмотреть, где мои мальчики на рыбалке с папой. И тут смотрю, что все, похороны моим цветам устроил Рекс. Я их пересажу. Вот этот, по-моему, еще может выжить. Сейчас приду, пересажу. А вот этот вот нужно поливать. Ну, верхушка уже все. Но вот этот корешок, наверное, тоже уберу отсюда, потому что Рекс его похоронит тут. А я только иду к мальчикам, а они уже идут обратно. С папой сегодня были. Мужская компания на рыбалке. Привет, пацаны! Чё, сам тянул? У меня папа помог вытянуть. Да? Показывайте ваш уловчик. 13 штук. Папа, где моя тут? Да я откуда? Вот это, ну. Самый жирный. Вот этот жирненький, да. Так, пошлите тогда солить. Я буду. Привет. Привет. А это что за главный рыбак с очком и с червями? Мам, а вон я засолю. Туда надо маленькую Пошлите. Тряпочку мокрую кинуть червям. Так, проснулись, все собрались. Сейчас едем подстригать папу. Да, какая реакция? Дай папу. Мальчишки. А папа защищает Ниву. Выше, подкидывай выше над собой. Выше! Выше это значит... Во! Во! Сейчас бах, дети забыли. Гля, какой вид клевый, да? Папа, смотри, Афоня тебе показывает, какую тетку. Говорит, смотри, какая тетка. Папа тут прическу выбирает. Непонятно, или мне, или себе. Я не знаю, оказывается, я еще модный. Но... Да, каждое утро. Да? Да, фу. Почему фу? Да, мы увидели, что вот просто, да, на что-то на проволоке. Да, я тебе электрохомуты, да. Ожирели вот, вот так оно смотрит. Да я тебе даже с белыми сделаю. Да. Чтобы уж совсем красиво, да? Да. Празднично это будет траурный. Так, снимаем частично стол, помимо шашлыка еще что будет. Так, это мимоза, помидоры, огурцы, салат с подсолнечным маслом, грибы. Это под названием конченый, с такими суперсухарями. Ну, в общем, светофор, да? Но у нас он конченый, потому что быстро заканчивается. То есть это не неприличное слово. Нарезка, бутерброды любимые наши со шпротами. И, в общем, та же часть, только салат со сметанкой. На зеленую коляску прицепят бантики. Да, но этого не случилось, да? Это
коляска. Хорошо горело, да. Все, мы уходим домой. Антош, сюда пошли. Антош, сюда иди. Сюда пойдем. Все, она уже... Григорий, замерз. Троих детей выничала, все, она уже не выдержала. Нет, давай. Чего? Коляска? Коляска не выдержала? Или я не выдержала? Да по тебе прям видно, что ты не выдержала. Я вообще не выдержала. Слушаем хоккей. 3-2, ребят. Ой, 4-3, простите. 4-3. 4-3. Причем шайба, я не очень понял, как она так перелетела. Она как-то перескочила. Она как-то перескочила. 4-3, ребята. 4-3. Это что, швейцарцами? Да, Швейцария? Ох, это не фунт изюма. Ох уж это Швейцария, да? Ох уж это Швейцария, но да. Сейчас, справедливости ради, будем мы впятером играть. Ну... В общем, приехали, теперь ждем, что же тут хоккей наш. Торта? Сейчас прям? Вот, хоккей. Какой счет, какой счет? Ага, реклама, пап.